Всем привет на канале Олдачман. Сегодня мы с вами вновь обратимся к немецкому правительству и к тому, что оно творит, не делает, а именно творит. Но вначале маленькое отступление. Мне кто-то написал, а почему, мол, типа, ты освещаешь события, прошедшие, допустим, неделю назад или несколько дней назад, почему ты не говоришь о том, что происходит в данный момент? Ну вот смотрите, допустим, вот такое вот маленькое отступление, сейчас вот такой вот коротенький выпуск. Сегодня на ЖД вокзале полицейский наряд успокоил одного мигранта, набрасывавшегося с ножом на прохожих. Что дальше? Вот что дальше после этого говорить? Это новость, пробежавшая строкой в телетексте на телевизоре, в новостях. Что говорить дальше? Рассусоливать какие-то свои непонятные выводы или какие-то доводы или догадки по этому случаю? Нет. Поэтому, когда я освещаю какие-то события в видеовыпусках на этом канале, я обращаюсь к этому с той точки, в которой уже собраны, допустим, не только сами события, но и результаты реакции, допустим, правительства, многих политиков или людей на происходящее в стране. Поэтому для того, чтобы выпуск был более интересным, я собираю всегда не только сами события, но и последствия этих событий. Естественно, есть моменты, которые нужно сразу освещать. Да, я с этим не спорю. Но у нас не телеканал с экстренными новостями, у нас видеоканал для того, чтобы направленный на то, чтобы люди могли более осмысленно подходить к освещаемым событиям в мире. Так вот, на прошлой неделе Нэнси Фезер на конференции правительства усиленно защищала и агитировала за внесение поправок в закон об оружии в Германии с требованием внесения пункта, гласящего о том, что всему населению страны категорически запрещается ношение холодного оружия на улицах. И еще агитировала за множественное видеонаблюдение в городах. Что это такое? Это когда вы буквально на каждом переулке, на каждом перекрестке будете находиться под тотальным видеонаблюдением большого брата. Она агитировала за то, чтобы во всех городах, на многих улицах, даже на тихих улицах, были установлены видеокамеры, и полиция вела тотальную слежку за гражданами страны. Опять-таки, но сразу скажу, результаты той конференции никакие не были приняты. То есть, собрание вот это вот под названием конференция правительства не принесло никаких положительных результатов. Следовательно, Нэнси Фезер сказала, это нормально, ну как она уже и была с этим запретом журнала «Компакт». Она сказала, это нормально, поэтому на следующей неделе, то есть вот на этой неделе, они вновь будут встречаться на второй тур этой конференции, на котором Нэнси Фезер будет агитировать и дальше за ужесточение закона об оружии и распространение камер видеонаблюдения по всем городам страны. Со своей стороны, вот после того, когда я прочитал статью, посмотрел новости, сделал некоторые выводы, опять-таки спросил своего знакомого экономиста, что он думает по этому поводу. И со своей стороны я могу вам просто сказать один маленький пунктик, который, может быть, прошел мимо ваших ушей, касается именно сейчас тех, кто живет в Германии. Никто не заметил, что Нэнси Фезер требует, чтобы ужесточили закон об оружии, касающийся граждан Германии, не мигрантов, не нелегалов, приехавших сюда из Афганистана, Туниса, Марокко или еще откуда, а именно граждан Германии. То есть, по факту получается, что любой наряд полиции, встретившийся вам на улице, имеет полнейшее право остановить вас и прошерстить ваши карманы на наличие холодного оружия, будь то ножик или шило или еще какая-то ерунда.
Однако же о мигрантах не говорится ни слова. Однобокость миграционной политики, защищающей вот этих вот нелегальных мигрантов, даже после того, когда они начали открыто нападать на людей, уничтожать людей, что утром, что днем, что вечером. Нэнси Фезер ратует за то, чтобы этих мигрантов после того, когда они совершили преступление, выдворяли из страны с вручением премиальных денег. Не это ли является маразмом в нашей стране? Не это ли является полнейшим идиотизмом и абсурдом правительства, которое мы когда-то избрали? То есть простой гражданин, проходя по улице, обязан будет теперь бояться не просто мигрантов, носящихся оголтело по дорогам городов, но еще и собственной полиции, которая может не мигранта остановить и прошерстить его на предмет обнаружения холодного оружия, а простого гражданина, который идет с работы или гуляет там, допустим, на улице с собакой или с ребенком, сидит на детской площадке. Для чего все эти законы идиотские придумываются? Я помню, в начале 2000-х годов, хорошо, это было в 2004 году, в Бундестаге один из депутатов Бундестага выступил с предложением запретить обычные нунчаки, так как этими нунчаками, оказывается, можно задушить человека. А до этого он этого не знал. Закон был принят на ура, вернее, запрет был принят на ура, и в закон об оружии в Германии был внесен пункт, запрещающий ношение нунчак, нахождение этих нунчак дома, а также занятие спортивным направлением нунчакудо в Германии. Здесь была действительно хорошая федерация спортивного нунчакудо, которая выступала на международных соревнованиях и занимала всегда призовые места. Федерация сошла на нет благодаря запрету, принятому по наускиванию какого-то недалекого депутата Бундестага. У меня сразу тогда напросился вопрос, а почему бы не предложить запретить кухонные ножи, вилки, елки-палки? Как говорили раньше, бойся не ножа, а вилки, один удар, четыре дырки. Я даже боюсь об этом говорить нашим вот этим вот политикам, а то вдруг действительно они подумают, что вилка это серьезное оружие и заставят нас, как в Узбекистане, жрать руками. Но ладно, возвращаемся к Нэнси Фезер. Она добивается того, чтобы население страны было более лояльно и толерантно к всем мигрантам и нелегальным беженцам из различных африканских или восточных стран, ищущим денежного убежища в Германии, по-другому это не назовешь, ищущим денежного убежища в Германии и пытающимся адаптироваться в жизнь Германии. А может быть, это она хочет адаптировать жизнь Германии под их, скажем так, менталитет, под их понятие. Если нам запрещают носить оружие на улице, ну хорошо, громко сказано, да, оружие, ножики перочинные запрещают носить, то мигрантов это не касается. Мигранты как ходили, бегали с этими своими мачете или со своими тесаками, так и будут бегать, как они воровали в магазинах бананы, яблоки, груши, сливы, жрали там все это тоннами, выходя сытые, довольные из магазина, так они это и будут дальше делать. А те, которые насилуют детей или девушек, или женщин, они еще будут получать премию от Нэнси Фезер и будут с почестями отправлены к себе на родину. С какой целью? Я вам уже в одном из видео на надувном матрасе говорил, наверное, для того им эти деньги дают, чтобы они, приехав обратно к себе в Афганистан или куда их там будут отправлять, могли из этих денег заплатить хорошую сумму за новый фальшивый паспорт. Кто-то мне написал, биометрические данные еще никто не отменял, поэтому если у них сняли отпечатки пальцев, то по этим отпечаткам пальцев можно будет идентифицировать личность человека.
Этому человеку, который написал такой комментарий, я хотел бы просто задать один вопрос. Ему что-то известно из судебной медицины? Ему что-то известно из вот этих вот химических препаратов, при помощи которых можно загладить дорожки вот эти вот на пальцах, отпечатки пальцев, свести на нет? Ему что-то об этом известно? Можно сделать так, что кожа на пальцах будет очень гладкая и оставлять отпечатков не будет никаких, кроме обычного мягкого ровного чернильного пятна. Об этом этот человек не подумал? Эта процедура стоит недорого. У криминалистов эта процедура стоит недорого. А уж те, кто делают фальшивые паспорта, так с удовольствием займутся этим делом, чтобы устраивать такие вот, как вот эти вот фликсбусы с украинскими беженцами-туристами между Германией и Украиной, туда-сюда носящиеся, особенно летом. Точно так же будут сюда ездить эти нелегалы-мигранты из Афганистана или из Пакистана. Приехав сюда, кого-то зарезав, кого-то изнасиловав, будут получать премию 1000 евро от Нэнси Фезер и возвращаться к себе обратно с почестями. Делать новый паспорт и возвращаться сюда. Ну это, извините, никаких денег, никакого государственного разума на это не хватит. Один из политиков предложил использовать датский вариант «ноль мигрантов». Что это за программа? Когда в Дании ультраправые пришли к власти, они начали продвигать эту программу «нуль миграцион». То есть все мигранты, приезжающие в Германию, все мигранты, приезжающие в Данию, заключались просто в лагерях для переселенцев. В течение месяца их проверялись их документы. Если документы не проходили никаких нормальных позитивных проверок, этих мигрантов тут же отправляли обратно. Всех остальных заставляли идти на работу. Кто не желает работать, выдворяется из страны. И, между прочим, Дания, хоть там у них очень мало населения, по сравнению с Германией в 10 раз меньше населения, по-моему, около 9 миллионов, Дания сейчас уже стоит на, по-моему, 19-м месте в Европе по вот этой вот миграционной политике. Раньше, 5 лет назад, она стояла на 6-м месте. Разницу чувствуете? То есть она опустилась ниже по количеству принимаемых мигрантов в год. Для сравнения, в Данию за год, за прошлый год прибыло только 320 человек просителей убежища. В Германию за прошлый год прибыло 315 тысяч с чем-то там вот этих вот беженцев, ищущих убежища в стране. Чувствуете разницу? Какая она огромная. И некоторые немецкие политики предложили перенять точно такой же пример Дании и внедрить его в немецкую миграционную политику. Все те мигранты, которые приезжают сюда и не получают никакого статуса беженца, и не получают даже статуса терпимого, не будут иметь никакого права получать денежное пособие. То есть они будут просто получать рацион питания, обычное меню. Завтрак, обед и ужин. Не нравится? Возвращайся к себе обратно. Все, кто не согласен с этим, они просто перестанут приезжать сюда, в Германию. Так как эти политики говорят, что казна Германии не бездонная. У нас не хватает денег прокормить весь мир. Мало того, что нужно выплачивать все еще репарации Польше, другим странам, помогать Украине, помогать Уганде, Руанде, Мозамбику или еще кому-то. Денег на всех не хватает. Так говорят многие умные немецкие политики. Но что делает Нэнси Фезер? Она ратует за то, чтобы местное население более толерантно и лояльно относилось к мигрантам, более боязливо ходило по улицам. Ну, у нас уже есть пример коронавирусной вот этой вот пандемии, когда люди боялись действительно ходить по улицам. Мало того, что когда запрещали им ходить по улицам, люди просто шли, когда в магазин или так вот встречались тебе на улице. Я вот помню, один случай был, до сих пор его в голове у меня перед глазами крутится. Я с собакой гулял на улице, и шли мужчина с женщиной.
Я в маске, они в масках. Ну, дальше вот, идиотизм, можно сказать, зашкаливает, да? Так вот, они идут, мужчина немножко так в стороночку стал отходить, а женщина с глазами полными ужаса смотрит на меня, видит, что я остановился со своей собакой, стою, жду, когда они придут. Она обошла меня, честно, вот как раньше говорили, обходи 10-й дорогой, она обошла меня с расстоянием в 5 метров по тротуару, залезла на газон, обошла и пошла дальше. Вот настолько были запуганы люди. Нэнси Фезер пытается сейчас запугать население точно так же, чтобы мы друг друга боялись. Раньше в Германии такого не было. Но сейчас, благодаря нашим вот этим светофорным политикам, этой сумасшедшей коалиции, все идет к тому, что люди начинают друг друга ненавидеть. Хотя эту ненависть нужно перенаправить в иное русло. Не друг против друга, а против тех, кого мы избрали, чтобы доказать им и показать им свое недоверие, вынудить их уйти в отставку. Ну хорошо, если они не хотят уйти в отставку, то переизбрать их полностью, раз и навсегда, чтобы они ушли в историю страны, как страшный сон. Вот такие вот дела. И сейчас вот в конце видео я не буду приводить вам опять комментарий одного непонятно откуда взявшегося человека с аватаркой дельфинчиков на своем YouTube-канале. Я его отправил в бан, можете его не искать у нас на канале. Его зовут Ванюша Вельш. Ну, он живет, наверное, здесь в Германии, потому что у него канал уже, по-моему, 9 лет, там только 2 абонента. Он сам и... А кто еще, да? Вот. Так вот, этот человек написал мне в ужасно оскорбительной форме, что, мол, типа, я уже занесен в список всех тех, кого лично он и другие функционеры будут отправлять в Советский Союз. Я вот этому Ванюше хотел бы задать один вопрос. Вань, ты дурак? Какой нахрен Советский Союз, бля? Он рассыпался, блядь, до того, как ты родился, бля. И ты, сопляк сопляжуйный, будешь мне говорить, что я занесен в список? Вот вы знаете, блин, вот попадаются такие тролли, которые пытаются запугать, пытаются, прячась за аватарками, за пустыми иногда аватарками, прячась за какими-то непонятными идиотскими именами, псевдонимами или никнеймами, пытаются запугать человека, который реально показывает свое лицо в эфир и не боится вот этих вот идиотов. Они же что, думают, что действительно можно вот так вот пугнуть человека, затроллить его, что он начнет трястись и бояться? Ну, внес ты меня в список новых граждан Советского Союза. Ну и хрен на тебя, дорогой Ванечка. Пускай. Главное, чтобы твой друг Путин знал, что ты меня внес в список. А то неувязочка получается. Может еще оказаться, что если Путин захочет создать Советский Союз, а ты не предоставишь ему этот список, то список так, можешь потом потереться этим списком в туалете. Это то же самое тебе скажет твой друг Путин, которому ты попытаешься предоставить список всех тех, кого ты согласен или намерен отправить в новый Советский Союз. Ну, действительно, просто дурак. Второй раз я спрашиваю. Ну, конечно, он мне ответить уже не сможет, потому что он отправлен в бан. Но зато он сможет посмотреть это видео. Плюс телевидение вот такого через YouTube в том, что если человека отправили в бан, то у него возможность просто посмотреть видео без возможности оставить комментарий. Такие люди, которые вот как вот этот вот ушлепок или там еще целая куча всяких дармоедов, пытаются мне угрожать, пытаются меня как-то оскорбить. Вы знаете, я через эти, за сколько лет существования этого канала и до этого у меня был другой канал, тоже, между прочим, очень хорошо шел. И я сталкивался с таким количеством троллей, что я уже как черепаха с грубым панцирем. Поэтому все вот эти вот их запугивания, типа я займусь тобой через спецполицию, все, ты у меня на карандаше.
Да, Господи, занимайся ты хоть через свою гомосековую полицию, хоть через что угодно. Тролятина ты несчастная. До тех пор, пока у тебя на канале пустая аватарка или левый никнейм. Ты меня, как человек, как особь, не интересуешь, потому что ты сциклявое животное. Ну, это так вот, маленькое отступление от основной темы, которая была начата в нашем видео сегодня. Не забудьте подписаться на этот видеоканал, поделиться видео с друзьями. Если у кого есть желание поддержать наш канал финансово, в описании к каждому видео идут ссылки на ресурсы с донатами. Нажать на колокольчик не забудьте обязательно, чтобы всегда быть в курсе событий. Ну и, конечно же, все те, кто не желает попадать в бан, будут оставлять корректные высказывания по теме видео. Другие же, они знают, куда они отправятся. А всем остальным удачи, не болейте. Пока.